Да, нравится? О, тут вот шарики. Вот он, Новый год. Давай. Ты веришь в Санта-Клауса, Адель? Нет. А в Деда Мороза? Нет. А когда ты перестала верить? Дед Мороз меня собрал. Он сказал, что подарки будут у нас лежать под елочкой дома. Хер вам. Ух ты. Хер, я никогда не верю. Никогда? А ты веришь в Санту? Да. Да? Да. И, а кого ты больше веришь, Санта-Клаус или в Деда Мороза? Одинаково. А ты веришь в чудо на Новый год? Да, да. И ты веришь? Да. Вот мой винегретик. У нас вечеринка в нашем классе в честь Крисмаса. Вот наша учительница Сара. Вот девушки. Hi! Hi, girls! Ты снимаешь вот эту вот кожуру, это с кукурузы листья, а там внутри ешь все остальное. А что внутри? Он говорит, там три курицы, а что-то еще сладкое. Сладкое даже. Что-то намешанное. Так, это наверное, Майкл делал. Да. Which one with the chicken? The... This one? Which one? Sweet chicken. Oh, what do you wish for Russians on Christmas? Oh, I like Russian things. Very good. Very good. I wish Russian things. About that, you know about that salad you did, you made. I like that. Oh, thank you. But I don't know if it tastes exactly like this. I want to put only little salt. Salt? Yes, I know it. Because we eat less salt than. I think with little more salt tastes better. Okay, but you tastes can. Very good. Some sound have Spanish and half English. Из класса достал свои фотоаппараты. Снимаем друг друга. Tidings for Christmas and a happy new year. Oh, bring us a filly pudding, oh, bring us a filly pudding, oh, bring us a filly pudding. I just wish Merry Christmas and Happy New Year for everyone. With me? Everybody? Everywhere. Everyone. I wish something for Christmas and New Year for Russians. How say Merry Christmas in Russian? Yes. What can you wish for Russians? How? What can you wish for everybody? Oh, like Feliz Navidad. Feliz Navidad? in English. Sorry. Something happy, love. Happy. We have an expression. Love a lot. Yeah, that means like you can't. Too many people are in. Yeah. Always. Always. What did you bring? I bring Russian salad. Is it the red one? Yeah. What is in it? It's a boiled potato, carrot, and which one is the Russian salad? This one? No. The red one. The red one right there. Salad. His name is vinaigrette. Vinaigrette. Yes, salad? It's very famous Russian salad. Oh, is it? Yeah. Is it? You make that? Yeah. I mean, you can try. Huh? Без очереди? Тут есть наши сограждане, они будут сердиться. Винегрет! Марат, ты что делаешь? Играешь в аппарат? Вот эти, где стоит этот аппарат. Эти аппараты стоят в классической прачечной. Как раз по дороге вот такая вот. Это у нас сушильные вроде камеры, автомат. Деньги? Да. Я не брала деньги.
хочешь постирать что-нибудь? Тут можно столики отдыхать, тут и газету оставим, спорт. Мы здесь никогда не стираем, потому что у нас в нашей комнате апартаментов есть своя прачечная. Хотя можно попробовать, если это дешевле. Вот еще машина, аппарат. Вон она такая огромная. Большая. Можно много стирок сразу загружать. Есть классические. На 50 стоит 4-4,5. Классическая стирка вроде бы доллар, да. Доллар. А, вот доллар 50. Вот. Доллар 50. Классическая стирка. Да. Маратик нашел, естественно, игрушки. Ну, Маратик, я не брала монетки. Пойдем домой сходим, возьмем монетки. У меня нету с собой вообще. Хотя я подожду, сейчас посмотрю. Маратик всегда знает, куда зайти. Что-нибудь интересненькое будет. Сейчас. Не, Марат, нет у меня ни одной монетки. Тут ключики, тут не деньги. Вон, видишь, ключики. Нету денег. У-у. Пойдем домой, дома возьмем монетки, потом придем сюда. Да, пошли. Вот, еще телевизор, естественно. Чтоб не скучно было. Все нажал. Какой-то Шайли. Что за Шайли? Хочешь ли сфотографироваться? Но не допустим. Она так обладает. Сейчас рунда. Меня попробуй. Видно его? Нет. Вон он. Саша, три покажи. Еще кто-то приехал. Кто? Не знаю. Надеюсь. О, thank you. Thank you. Я вот этого дядю пососёк. А кто там? А мы вот этого Шейн. Это тетя знаменитая, она играла зачарованная. Фоткать? Да. У нас неожиданно случился праздник. Квасу мы сделали окрошку. И вот семейная, так сказать, посиделка. Эльвирочка чудом. Такое прям, знаете ли, как побывали на родине. Да, так что ли? Я вообще вспомнил, у меня прям вообще такие много ассоциаций таких. Я хочу обезмолвить что-то Клаусу. Ну давай, только прожуй. Так. Руслан уже готовится к Санта-Клаусу. У него письмо. Начинается это Руслан. Мне 9 лет. Давай. Санта-Клаус, December 12, 2013. Hello, dear Santa. You good man. How old are you? Did you like summer? Thank you for the present from last year. I'm 9 years old. My name is Ruslan. Can I please have Xbox One on Christmas? Что? Can I please have Xbox One in the Christmas? Эльвирка, ну аппетитно, только вкусывает вкусное. Ну ладно, вкусно. А это кто там серпает? Ну ты молодец, прям с адресами, чтобы было понятно, куда отправлять, да? Да. Правильно. А можно отправить и Санта-Клаусу, и Деду Морозу, и Йола-Пуки в Финляндию. Что? Это Йола-Пуки. Это финляндский Дед Мороз. В общем, ладно, всем приятного аппетита. А ты видел, какой почерк? Ну... Красивый. О, сам писал? Да. Молодец, красивый почерк. Все, пока-пока, приятного аппетита. Специальное видео для любителей выкладывать фотографии еды, да? Альтернативный вариант. Thank you.
там есть сделают.